Уважаемые болельщики, в июле женские сборные команды Санкт-Петербурга отправятся на финальный этап первенства России по футболу среди субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут с 6 по 16 июля в Волгограде и с 7 по 17 июля в Ессентуке. Приветствую на поле сборную команду девочек до 15 лет и сборную команду юниоров до 19 лет. Дорогие друзья, сегодня футболисты основного состава «Зенита» Данил Круговой, Дмитрий Васильев, Алексей Барановский и Данила Козлов вручают спортивную форму от Федерации футбола Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, дорогие болельщики, давайте пожелаем удачи спортсменкам, которые представят наш город на турнире. Дорогие друзья, давайте еще раз пожелаем удачи нашим спортсменкам! Дорогие друзья, ну что ж, мы рады приветствовать всех гостей «Газпром-арены». Сердечина,
Следующая композиция посвящена всем девушкам с имени Наталья. Борщ! Борщ! Борщ!
Уважаемые любители футбола, сегодня на матче присутствуют 17 970 зрителей. Спасибо вам за поддержку.
Петербурга.